Здравствуйте! Мы находимся в одной из 8 столовых Белорусского государственного университета. Поскольку ежедневно администрация БГУ уделяет большое внимание вопросу по качеству питания в студенческих столовых, Центр общественного питания БГУ выдвигает инициативы, направленные на повышение профессионального мастерства своих работников. Проводятся мастер-классы, на которые приглашаются известные повара. Так, в прошлом году это был Александр Чекилевский, а в этом году пригласили владельца фабрики сыров в Беларуси Энса Гросси. Он показал нашим кулинарам, как вкусно приготовить лепешку пьедина, пиццу и другие блюда с использованием сыров.